Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Джон навещал меня и как-то пытался привести. Выйдя из ворот, я оказался в новом мире. Катись отсюда! Вита! Ты из тюрьмы сбежал? Черт! Как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой! Добро пожаловать домой! Заходи, заходи! Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулем. Вспоминай и привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну, знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Ворчишь, как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Увидишь. Твоя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Здорово, что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было, но теперь нам сам черт не брат. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Клемент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я сошелся с семьей Фальконе и теперь работаю на ним. Правда? Ага, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не расскажешь. О, боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь.
тормози тут. Пойди погляди, верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное место, так что купи костюм. Туда не пустят в виде «я сегодня дышал». Классное место. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение. А это ванная. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. А это спальня хозяина, а это хозяйская кровать. Очень удобная, и места хватит на двоих, даже на троих. И она не скрипит, это безусловный плюс. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, сэр. Есть вопросы? Задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, Эдди, вот и как дела? Неплохо, неплохо. А это значит, твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Привет, Вито. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о
чем тут болтаете? Не бойся, все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди к Ойстербей. Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы. Понятно, кроме того. Ну, я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты. Вита, да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свое дело знают друга. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. Пульнем на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Ты знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вит, ну что, гони давай, а? Forsaking dreams and all for the siren call. Тебе с Лео Галанта, Вито. Он рассказал мне, что Клементо пытался вас кинуть. И сказал, что ты парень надежный. Но слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке и... Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Да, хорошо. Да. Все, детка, кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карло Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята, и за общее светлое будущее. Чента! Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. Карло умный, он и шарит в этой, ну, в этой астрологии. Может, астрономии?
Иди ты, звезда с ушами. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник, если нечем рот занять. Пита! Поехали! Эй, Джо, подъем! Я думаю. Спокойной ночи, шлюхи! Эй, а где моя машина? Ее сперли. Зовите копов, вашу мать! Вот алкаш, а? Да вот она. Да? Ну да, ладно. А ключи мои где? Вита поведет, он из нас из всех самых трезвых. В следующий раз больше кислок, меньше пьянок. Понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Фу, чем это воняет? Эдди, ты блеванул, что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что же, чем тогда смердит в машине? А ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты взял меня и напоил. Эй, если ты можешь кое-что уладить, значит мертвец в багажнике. Да, Вита, успокойся, Ариспета. Что-нибудь придумай. А что тут думать? Закопаем жмурика и все. Я уже подобрал местечко. Старый обсерваторий. Лопаты есть? Да, в багажнике. Яма уже готова.
Надо просто его туда сбросить и закопать. Ладно, ладно, и где эта яма? За городом, близко. Нам надо проехать по лесу до поляски. Яма там. Давай побыстрее. Дышать нечем. Эта чертова вонь меня проклинает. Господи, откуда все это лезет, а? О, черт. Я же вроде не ел кальмаров. Пить не умеешь, а? Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Мать вашу, новые ботинки. Господи, боже. Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? Да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Эй! Ах ты, сука. Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда. Наконец-то, Мадонна. Так, а кто его зароет? Что? Погоди, я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. И эти нам тоже не помогут. Ладно, черт с вами. Эй, парни, а хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бобби, давненько я в лесу не был. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Включай радио, понял? Это Дино. Люблю я эту песню. Да вы что, издеваетесь? О боже, бедный Дино.
красивая по-итальянски. Ну, Виктор, ты же знаешь ее. Подпевай. Ну, давай, давай. Торнапи. Карамиадит Амо. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой Вита, поедет. Ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. 3 часа ночи! Заткнись, идиот! Заткнись, шлюха. Давай, позовем девочек. Эдис, тебе хватит. Пора поимеем. Спать. Ну, ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Хрена. Эй, Вито, проснись и пой! О, боже, Марта, не ори, а! Голова раскалывается. О, прости, Джои. И хватит называть меня Джои. Крыша поехала. Вито, спускайся! Господи, боже. Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать. Так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесет. Прыгай, по дороге объясню. Садись за руль. Куда? Риверсайд. Ладно, едем в Риверсайд. Наследница империи Свивкола пропала в море! Ну и ночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься? Нет. Ну что ты, подумаешь, труп закопали. Прям мечтал. Выйду и... Да ладно, ты же оторвался с девкой. Ну да, да. И за это спасибо. Но за то, что было потом, благодарить не стану. Ладно, ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. Продаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно к Эдди и получаем свою долю. Постой. Помнится, меня как-то раз за решетку упекли за такое вот расплюнуть. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай, Дэвилса. Ну, как скажешь. Поверь, ты мне спасибо скажешь. Safety belt that wouldn't burn. Crew
Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Привет, блок красный. Вита, подай блок красный. Супер! Вот вам, сэр. Всегда пожалуйста. Эй, хорошо, что ты приехал. Курить нечего. У меня блок синий. Вита, один блок синий. Эй, подай-ка мне блок синих. Отлично, давай. Вот вам, сэр, всегда пожалуйста. Ай, сержант, как дела? Как всегда, блок синих. Думаю, в этот раз мне белое. Слышал, Вита? Давай, блок белый. Отлично, давай. Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали. Садись, Вита, дальше в Милвилл. Сегодня все отлично. Мы серьезное бабло срубили. Пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончил. Вот как умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе нассал. Ты что, забыл, как клево было? Ага. Напоминай мне иногда, ладно? Почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Слушай, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наш Вита. Так, мы почти что приехали.
Эй, мне блок синих, если можно. Давай блок синих. Да, вот его. Чай. Привет, я блок красных. Вита, блок красных. Супер! Что продаешь, парень? Ты покупатель или глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты, блок 2 бакса, целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Эй, дружок, давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Черт, Джон! Вот. Ну что теперь скажешь? Что я скажу? Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда! Ладно, давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. Подожми, Вита, он уходит! Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Звони.
Central Radio, this is Rockin' Ricky Fox. Hey kids, save that dime next time you want to call your main squeeze, because pretty soon... Вот. Ладно, чтобы я тебя больше не видел. Хорош болтать. Эдди, это Вита. Слушай, у нас тут проблема. Мы толкали курево, а потом внезапно появились эти приолинчики и подожгли грузовик. Что? Ты что, издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните! Я 2 куска за грузовик отдал и хочу их назад! Ваше счастье, тормоза, что со мной тут Стив, человек Дерека. И мы как раз и решаем, что делать с этой шварью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все 2 штуки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпется 2 косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Знаешь ли, он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на 2 куска вытрясу. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек ДРК, Дерек в команде Вильча. Я тебе что, доктор? Ну ты это, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Эй, Стив. Привет. Марти, ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата, ограбили и выбили 3 зуба. Да уж, ублюдки поганые, от них по всему городу одни неприятности. Цыц, пацан, вот... сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а?
Это что такое было? Ставим им подарочек. Вито, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив. Будет им урок! Ага! Ладно, теперь пошли в литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи. Как вы сюда попали? Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Джо, береги! Спасибо, брат. Черт, у них пушки. Они попали. У него пистолет! Прикрой меня! Тебя в армии так научили? Я захожу. У меня есть кое-что для тебя, козел. На мушку не взять. Все, ты стрелять вообще не умеешь. Нежничай, пока.
лучше всех! Прикрою, иди! Эй, мне тут помочь надо, ну! Пошли, черт! Мне хоть что-нибудь оставишь, придурок? Покажись оттуда, а? Эй, быстрее, вали его! Он попался! Ты труп, козел! Ладно, Вита, поплыли. Скажи что-нибудь. Этот урод меня ранил. Я попробую его обойти. Молодец, Вита! Вон там! Теперь его крылья! Получай, подстилка!
черт! Стреляешь, как моя сестра. Я попробую его обойти. Слушай, все это как-то совсем уже.
Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают? Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. Ты где найти для Эдди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка?